И завершая наш выпуск, общественное движение «Русский характер» и Люберецкий спорткомитет привлекают школьников к занятиям спортом. В гимназии номер 24 они провели мастер-класс по тайскому боксу. Первоклашки научились основам ведения боя и даже узнали, что такое апперкот. Мастер-класс для детей провела Анастасия Блинова, бронзовый призер чемпионата России 2016 года по тайскому боксу. В общественном движении «Русский характер» она координатор по спорту и уверена, что здоровый образ жизни нужно вести с самого детства. Мы пропагандируем спорт и здоровый образ жизни для молодежи. В мое время такого не было, чтобы к нам в школу кто-то приходил, показывал мастер-классы. Сейчас мы активно вводим вот эту деятельность и вот эту идею в разные школы. За время урока дети успели разобрать основные элементы тайского бокса, научились правильно наносить удары с рук и ног, а также выучили апперкот – резкий удар снизу. Ручки нужно возвращать. Ты нанесла удар, вернула руку. Нанесла удар, вернула руку. Поняла? Давай попробуем. Вот, умница какая. Потом были еще удары снизу. Апперкот. У девочек энтузиазм такой был прям ярый. Когда мы закончили, показали мастер-класс, они, девчонки, больше хотели все-таки со мной побороться на перчатках, нежели мальчишки. Общественное движение «Русский характер» регулярно проводит спортивные мероприятия в Люберецком округе. Их главная цель – привить детям любовь к физкультуре и мотивировать на тренировки. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.